2 октября в Звенигородском отделе ЗАГС чествовали две супружеские пары. Семью Березиных Бориса Тимофеевича и Любови Александровны, отмечавших 60 лет совместной жизни и бриллиантовую свадьбу, и семью Бойченко Юрия Ивановича и Нины Ивановны, отмечавших 50 лет совместной жизни золотую свадьбу. Сотрудники отдела ЗАГС вручили юбилярам поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева.